Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить Wolfenstein The New Order. Итак, в принципе, мы сейчас потратили кучу боеприпасов, и у нас фактически ничего не осталось-то толком, да, по нулям. Но, еще есть несколько выстрелов для дробовика и чуть-чуть заряда для вот этого агрегата. Надеюсь, мы успеем сейчас все порезать. Отлично. Ух ты, нифига себе. Так, ребята, ну если будет проседание, вы уж извиняйте, такой движок у игры. А те люди, которые пишут, что у них там что-то плавно идет, вы настройки графики-то проверьте. Вот. Максимальные настройки здесь ужасно оптимизированы, скажем так. Читаем все, если кому интересно. Так. Так, что от нас здесь требуется? Так, не шевелись. Ой-ой-ой. Ну, теперь ты можешь шевелиться-то? Наверное, судя по всему, можно. Да, конечно, можно было бы спрыгнуть, но нет. Мы будем культурными, и мы нормально спустимся. Угу, отлично. Кстати, очень круто одновременно, и не круто, что... Так, не понял. Понятно, но, наверное... Вот. Хожу, что-то ищу, что делать. Надо было просто кнопку нажать, и все, и было бы круто. О, броня. Отлично. Просто круто. Так. Так, еще броня. Не откажемся. Не откажемся. Да иду, старушка, подожди, сейчас все будет. А, вон она там. А, кстати, тут что-то лежало. Отлично, одну гранату получили. А, это была не она, это просто показалось. Так, а почему я дальше не могу пройти, не понимаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Что за... Блин, придется обойти. Ну ладно. Ладно, топали столько времени называется, и полностью чуть ли не зря. Конечно. Как же иначе? Отлично. Вы уж извините, что я так вот не могу собрать броню. Ну ладно. А, я понял, специально эту фиговину положили, чтобы мы ее старушку не унесли, не украли. Так, вот. Remember punching Hans Gross in the face. Remember ascending into the sky. For a moment there, I thought I was going to heaven. Then falling, then pain. First pain of my life. Felt like my insides were running out through my back. Could barely move. Had to crawl. They found me after 3 days in a ditch. Long months in a Kreisauer hospital bed. They were shoving tubes in me. Infection. Ugh, these things I don't want to remember. I'm sorry about your legs. Don't be. I've learned how to fly. Have you finished complaining?
knows this is top priority. What is the dot you should? How can we get in contact with him? Anya, what do we know? Very little, but I have some ideas. Good. Anya, you take the lead on this. Blaskovich, whatever she needs, you help her find it, yeah? Так. Could you come over here for a second? Ну, могу. I found some interesting leads. This parchment describes a way to create a type of super concrete. This is what the Nazis have used to build all these concrete monstrosities around here. Yes. Everything, even this place. This is the only concrete they used. This is how they created all those cities so quickly. Now that we know where it comes from, I need a sample of it for closer study. Can you look around here for a piece of exposed concrete that shows an outbreak of mold? It should be porous enough for you to cut me a sample. Whatever you need. Also, there was this encrypted list of Dat Yishud members in Poland during the war. I need to compare it with the official German state records on Jewish citizens in the years between 1939 and 1945. Can you see if those records are in the archives room? I'll get right on that. And there's one more thing. It's quite critical. What? That'll be all. We can go now. Найти участок бетона с плесенью. Сходить в архив. Так. А вот тут мы еще не были. Значит, мы пойдем сейчас кирпичи воровать, да? Или откладывать? Не знаю, не знаю. Вопрос очень интересный, но ладно. Так, ну сейчас мы в ангаре с вами находимся, понятно. Во! Циркулярная пила нам нужна. Так, что у нас есть? Нож. Давайте будем пока ходить с ножом. Надеюсь, тут не будет никаких мутантов. Нет, тут будут турельки. Пом. Все. Прекрасно. Прекрасно. Называется, пошел прогуляться за циркулярной пилой и в лес приключения, которое мне, ну, нисколько не интересно. House of the Rising Sun. Это у нас... выпускать не только подростковый шлягер. Среди наших артистов также лучшие немецкие исполнители народной музыки. Такой, что придется по нраву Гроссфатеру и Гроссмутер. И настоящее украшение нашего издательства ансамбль Wilbert Eckert and his Volksmusik All Stars. Их польские, их польки и вальсы, баварские мелодии и марши звучат гимном лучшему, что есть в нашем отечестве, пиву, колбаски и немецкому образу жизни. От классики вашего детства до современных шлягеров, фольк-обработки в репертуаре. Wilbert Eckert and his Volksmusik All Stars. Каждый найдет что-нибудь по душе. На самом деле исполнители данной композиции, если не ошибаюсь, группа The Animals. Вот, замечательные люди и не менее шедевральная песня. Автоматический режим. Может строить очередями. Понятно. Но, по-моему, очередями не так прикольно. Хотя, может быть, и экономно. Резак. Отлично. Что у нас тут? Патрон для дробовика. А дробовик, вот он у нас, красавчик. Там. В баню их. Просто постараемся свалить без лишнего нервотрепства. Закрыто. Твой налево. А что ж тут делать?
какой-нибудь путь-то должен быть. Так, а вот здесь. К сожалению, ничего не сделаешь. Твою. Ну что ж происходит-то? Блин, сейчас расстреляют же ведь. Просто за дешевку. Отлично. Последняя осталась скотина. Один патрон всего. Понятно. Все, пускай идет нафиг. Летающая срань. Ну, надеюсь, так-то мы придем обратно в наше убежище. А то вообще не пойми, что происходит. Ага, отлично. Что мы тут нашли? Здоровье. Ну, вообще замечательно, что сказать. Ага, все. Все, отлично. Scaring Max. That's not right. Sorry, pal. Didn't know he'd flip out like that. That his son? No. Though, kind of. I don't know. So not his son. Used to be Klaus had a son. Born during the war. A miracle, he called it. They had tried for years to have a child. Him and his wife. Well, he'd make a pretty good father. For a Nazi. The child was born with a club foot. Klaus knew, of course, what that meant. He begged the doctors not to report it to the authorities. Then secret police showed up to take the boy away. Klaus and his wife tried to stop them. The wife died from a bullet to the head. The child, too. Klaus could not protect them. So he blames himself? I think so. And he will never forgive the Nazis. Отлично. Бетон мы подобрали. Так. Нет, нам не интересно вообще. Что там, Макс, не Макс? Нужно дела выполнять. Так, отлично. This is great, William. I still need those state records. Can you look in the archives room? I think it's right over there. Архив. Нужен ключ. С Фергюсом нужно поболтать. Блин, так много заданий вообще. Ага. Fergus, I need the keys to the archives. You got them? Yeah. Hang on. Fuck! 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 You okay, Fergus? I'm getting old, Blazkowicz. I don't know how much longer I can keep doing this. We'll be all right. We can still get the job done. Aye? For how much longer? What's this about, Fergus? I don't know. Nothing. Everything. It's about that boy, goddammit. Private Wyatt. He should be here instead of me. He was young. He had potential. He could have given us a future. You and me were two fucking mummies from the past, running on nothing but willpower. I made the wrong choice. Well, that's fucking obvious, isn't it? I was ready to die. I would have done it gladly. I worked my ass off to save that boy, Blazkowicz, and you fucking pissed it away on a whim. Remember Prendergast? That fucking kid, he could endure anything. Now he's gone. They're all fucking gone. And you're stuck with this useless fucking skeleton. I mean, tell me, what's the long-term solution, eh? Who's gonna take over when we're too damn battered to strap on the holsters anymore? Get the fuck out. I need a nap. Да. Такое тоже бывает. Случается иногда.
Но зато у нас есть ключ от архива теперь. Тупой американец. Да, вы правы. Кто-то здесь точно тупой американец. Прекрасно, что-нибудь тут еще есть? Кроме вот этой записочки. Thank you, William. Give me some time to analyze this. I think I'm onto something. Gum? It's good. Cherry? Nah. I'm good, thanks. Ube concrete. The essential building material of the Reich. It's based on a dot issue technology. It's almost perfect, but it's deteriorating through time, developing mold. Someone is tampering with the mix, someone who knows its secrets. I analyzed it and found a trace of this type of limestone that exists only in northern Croatia. Now, look at this. The name Set Roth. It appears three times in dot issue documents. According to official records, he's been detained in 1941 in Łódź and sent off to a forced labor camp in Belice in northern Croatia. Now, this is where things get interesting. The labor camp excavates limestone from a quarry for a manufacture of Ube concrete. I believe this is the place where we'll find Set Roth, a living member of Dot Ishut. The problem is, there are so many unknowns. This is an old man. Chances are he's dead already. We can't assault a site of this magnitude and hope to locate him before the whole damn Nazi army arrives. What is the plan? Someone needs to go in there and find him. Go undercover. Any volunteers? You ready for this, Blaskovic? Ну что сразу Блазкович? How's arrogant? No one is ever ready for something like this. Bitte! Bitte, gute Frau! Sie liegt im Sterben! Да, жесть, конечно, куда мы попали. Ладно, давайте мы отвернемся от нее. Вот так вот будем смотреть в пол. Я не знаком с вами. Да вы чего? Татуировочку прилепили. The first day is tough, me friend, clear to accept. It gets no easier, me. Now I can remember Nimir how many weeks long, months maybe. Not many survive for long. I was fighting the Nazis in Africa. I held them back for a while, might, and the luck, it was too strong. Now I just try to survive, day for day. I'm looking for a man called Set Roth. I have heard of him. Survived in here longer than any other. He's in Block 4. They want to go there? They need a rector uniform. Who ever dreamt? Look for a prisoner over there, by your right, dressed in a Block 4 uniform. Say now, Miss Milo. I heard his wife is quartered in our block. Maybe that will convince him to trade the uniforms, Medjor. But they need to distract the guards first. I see.
Так. Не понимаю. Стоп. И что за? Что за хрень? Так. Да. Так, давайте мы сначала вот так вот сделаем. И вот так. Не понял. Ага. Вот, отлично. Все гораздо проще, чем можно было предположить. Обязательно было все сломать. Ага, понятно. Поломку решил устроить, да? В этой машине по производству камня. Бетономешалок, точнее. Morgen wieder. Na ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir schaufen. Warum denn nicht? Aufgemerkt, Gefangene! Die Fabrik ist fertig geschlossen. Kehrt sofort in neue Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor. Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. I hope they find what they seek, my friend. My name is Bombati. William J. Blazkowicz. Be safe out there. Safe. Да, попали так попали, называется. И чё? Не так, кстати, тут и мрачно, как можно было бы себе представить. И нам, скорее всего, сюда нужно, да? Нет? А куда в таком... А, вон дверка. Окей, окей. You have you seen my daughter? Seth Roth. Look at this Shimshin. So much muscle, a physique, what for combat? You Seth Roth? I'm not sure yet. What do you know of Seth Roth? You thought you should. Source of the Nazi technology, I'm here to rescue you. You're here to rescue, this is wonderful, he's here to rescue me. We will rescue him, and then, get away, Shimshin, don't waste your time. I swore an oath to never betray the secrets of Das Yichud. Oh, fuck your oath. People are dying. The resistance calls on you. So it's a transaction of sorts, right? My personal freedom for the secrets I swore to keep. Sacrifice my honor on the altar of righteousness, well... Permit me a moment to consider, Shimshin. Here's my proposition to you. Aid me in closing this place down and I will seat you and your comrades at the table of true power. Deal. I've been working on a little project. That machine there, it moves because of stolen Das Yichud technology. I know it very well. Now this... Don't look at this so bluntly.
This, well, this I can seize control over that machine, level the gates of this place, free everyone. I only miss one more part. Name it. That's a power source. Now, that machine, all its electrical systems are powered by a detonic battery. You can find the detonic battery at the service station at the command building. It's in a different lock, lock 6. If you can disable the automatic security systems monitoring the exits, you'll be able to make it into lock 6. I believe that there, at the guards' barracks, there's a control module. It controls the security systems. Find a way in. Locate the control module. Disable the systems. Come back to me. Чё-то он всё говорил, говорил. Целая куча. Так, отключить систему безопасности. Ещё понять, чё и как, и куда идти. Потому что... Я даже не представляю, куда мне нужно идти. А, вот всё, отлично. Местный морг. Значит так, да? От нас сейчас требуется отключение системы безопасности. Где лучше ее отключить? Здесь, наверное. Ох, жесть. Давай, вылезай быстрее, товарищ. Отлично. Так, нет, метать ножи мы не будем, потому что слишком дорогое удовольствие. Отлично. О, тут у нас еще и здоровье. Замечательно, нас, по-моему, заметили. Ух ты. На. Все, отдыхай, подонок. Что ж, все, теперь пойдем на этот раз туда, куда нужно. Какой-то древний туристический плакат. Все, получай. Гнидорась она такая. Готов. Да уж. Место так место. Так, ты откуда появился, товарищ? Так. И куда нам? Сюда, что ли? Ну да, точно. Угу, успели даже здоровье схватить. Все, систему безопасности мы с вами открыли. Что отлично. Читаем, кому интересно. Ну-ка.
не пожалеем, что взяли собачьего корма немножко. Угу. Так, дальше что? Дальше что и куда? Немного непонятно. Но ладно, сейчас мы узнаем. Узнаем по-любому. Кстати, можно вот так вот сюда пролезть? Нет, нельзя, к сожалению. Ага, так, все, игрушка, в принципе, так сохранилась, да? Sometimes we have to find other ways of resistance than violence. The slightest adjustment of the chemicals destabilizes the mixture. Structural soundness erodes, mold develops. Security systems. It's done. Well, Shimshin, what is your name, Igor? Blaskowitz. Blaskowitz, yes, Blaskowitz. So, now the security systems are disabled. You can go past this gate, back through the factory, out the blue gate, inside block 6, where the command control building is located. Sneak inside, get the detonic battery. Please act urgently before anyone notices what you have done. Нерцлаха, Ингле. What's that? That's good luck. Да уж. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание. И... пока.